Я приветствую всех, кто смотрит мои видео о программе True Embroidery Elite и о программе MassUnet. В этом видео я хочу рассказать, как конвертировать дизайн из одного формата в другой. Очень странно, что обладатели вышивальных машин часто задают такие вопросы. У меня там формат Jeff, а как мне или я? Имеет дизайн в формате Jeff, и мне нужно сконвертировать его в другой. При покупке швейно-вышивальной машинки или вышивальной машинки обычно, я подчеркиваю обычно, производитель рекомендует скачать где-то, сейчас это скачать, а раньше это прикладывался DVD-диск или CD-диск, где прикладывалась демо-версия программки, где человек мог посмотреть дизайны, повернуть их, поменять нитки, скомпоновать, то есть сделать элементарные операции. Почему-то то ли не прикладывают другие производители, типа Джанаме, Бразер. Я знаю, что компания Пфаф Хускварна всегда прикладывает либо ссылку, либо диск, в котором есть программка, которая позволяет конвертировать дизайн из одного формата в другой. Что для этого нужно? Ну, открываю программу MassUnet Embroidery. Открываю. Что загружаю дизайн? Файл Insert. Ставить. Вот здесь мне открываются дизайны, которые сохранены в формате Exp. Дело в том, что этот формат, как и формат Art, это берниновский формат, не читается в программе MassUnet. В True Embroidery Exp, именно когда вставить файл, то есть не открыть его через программу, а именно когда программа открыта, и вы вставляете этот дизайн, тогда картинки были видны. Сейчас они не видны. Для Apple это формат текстовый. Нажимаю вот на этот, допустим, дизайн. Вот. Зато здесь в пяльцах проявляется. Можно, если я вот в этих больших пяльцах сохраню, скажем, для своей машинки фирмы Pfaff, то он мне также эти пяльцы и потребует. Можно и в меньших пяльцах сохранить, раз дизайн маленький, отцентровать его. И теперь файл, экспорт. Теперь здесь я выбираю формат, какой предлагает мне программа. PES, PEC, Зингеровский, старый Хускварновский, старый Пфафовский, тоже старый Хускварновский, Jeff. Jeff, кстати говоря, очень хороший формат. Он сохраняет нитки, их цвета. Допустим, Jeff хочу я сохранить. А вот тут вот он мне будет предлагать пяльца. Надо будет выбрать еще машинку. Для какой машинки я это все пытаюсь сохранить MemoryCraft 500E. 550-й нет машинки. Поэтому для 500-й. И какие пяльцы есть? Допустим, вот 140 на 140. Окей. Продолжение. И сохраняю загрузки. Вот для G-формата проявляется картинка. А вот для XP и Art не проявляется. Опять, если мне надо для Pfaff Хускварновской машинки сохранить. Это Icon, Icon 2, это Epic, Epic 2, Epic 3, то можно просто закрыть. И он мне предлагает сохранить VP4. Сохраняем. Чем
Хороша еще программа MyStudioNet, как и старая версия программы, это True Embroidery Elite. Если вы наведете мышкой на дизайн и нажмете правую сторону, то есть такой быстрый просмотр. Нажимаете, и вся информация о дизайне будет показываться, не открывая саму программу. Это доступно в бесплатной версии, которую можно скачать с сайта MyStudioNet. Там есть раздел Software, и внизу, в самом низу написано Download. Скачать. Предлагается две версии для Windows и для Mac. Вот здесь размер, нитки, сколько стежков и сколько по длине ниток используется. Это очень удобно. Но вот такие картинки не показываются для дизайна Exp или Art.